Всем привет, с вами Федя. Ухо, мы вышел новый видос, давайте же посмотрим его. Атака клонов называется. В предыдущей серии он, собственно, убил этого шамана. Или как его правильно назвать? Такой лобич. Я не особо поняла суть его задания, как бы. В чем состояло его задание, я не понимаю. Он каким-то другим все равно стал. А что тут вдруг стоя? Сторона не такая стала. Ой, я помню. Ну, это что-то непонятное. А, они какие-то кристаллы собирают. Что это за кристаллы? Сейчас расклонируется или вызовет вызовет из этой базы таких же, как и он. Значит, первый вариант. Уже. Так энергично. Серьезно, неужели они очень много не смогут? Опа! Советую вам очень много клонов создать. Блин, только настоящий остался. А вот главный вот этот.
вот. Я что-то не понял. Короче, я не понял, что это за летающий замок. Вообще ни хрена я не понял. Ладно, всем удачи и всем пока.